Ну и, кстати, живут они не здесь, живут они в отелях. Сюда они приезжают только поиграться и обратно в отели. Все, что нам по телевизору показывают, это неправда. Центральный бассейн. Обратите внимание, что глубина здесь буквально по пояс. С бортов прыгать я не рекомендую. Вообще мы сейчас сзади аккуратно поставим лестницу и спуститься на воду. Друзья, берега от воды. Во-вторых, корневая система немножко опресняет воду, очищает. И из-за того, что вот да, такая вот корневая система, здесь мелкая. Под нами буквально по колено глубина около полуметра. Сюда, получается, не заходит большой хищник. И, соответственно, заходит рыба на нерест. То есть можно сказать, что мангровый лес. Нерест. Это такой лесный сад для рыбы. Мангровый лес. Мангровый лес. Значит, есть много птицы морской, которая эту рыбу ест. То есть мангровый лес – это место, где гнездятся фрегаты. Все хорошо! Отдыхаем, зажигаем! Доминиканская. Всем привет! С Карибского моря, остров Саона. Украина, привет! Доминиканская республика приветствует Украину, и мы вместе с Доминиканской республикой. Что вы там мерзнете? Идем. Ну, мерзнет. У вас весна, у нас лето. Звездочки видно? Есть. На острове само. В голубой лагуне. Арату. Сюда. Сюда, сюда. Так, тихо. Сюда. 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 Так, сюда. Сюда.